В Волгограде сделали остановку участники необычного автопробега «Тюмень-Махачкала». Инициатор акции – общественная организация «Вдохновение», которая профилируется на работе с инвалидами. И сегодня гости посетили Мамаев-Курган и обсудили со специалистами развитие инклюзивных практик. Автопробег стартовал на трех автомобилях из Тюмени 15 сентября. Для активистов, среди которых люди с инвалидностью, это не первый опыт. За плечами два автомобильных путешествия в Салехард. Но программа маршрута «Тюмень-Махачкала» более насыщенная. Первым городом на карте, где остановились тюменцы, была Уфа, затем Саратов и теперь Волгоград. На площадке Общественной палаты региона тюменские активисты встретились с представителями волгоградских организаций, которые занимаются проблемами инвалидности, провели презентацию инклюзивных практик и мастер-класс «Туризм без границ», а также предложили различные модели экскурсий для незрячих людей. Планируется, что в Волгограде к тюменцам присоединятся еще несколько добровольцев. А достигнуть конечной точки путешествия активисты планируют 22 сентября. Зачем проводятся данные автопробеги? Здесь для того, чтобы найти какие-то точки соприкосновения. С помощью данного автопробега, который мы провели в Салехарде, у нас появилась на Ямале Кантамансийская автопробега. На округе примерно около 15 партнеров, с которыми мы сейчас очень эффективно взаимодействуем и совместными усилиями реализуем наши инклюзивные практики.